Всем привет! Глупый парень! Все серии вышли в одном видео, включая две последних, которые я лично сам еще не смотрел. Ставьте лайки, погнали! Поехали! Весь шедевральный сюжет. Сначала. Пошел вон ты негодный! Батя дома, как о, сейчас тебе будет, сына. Сейчас тебе будет, сынок. Выхватил ремень, давай, по кайфу. Сейчас будет весело. Что там за Дамблдор с Анина? Какой злой. Папа, хватит, прекращай. Блин, эта мелодия, она там целый день в башке играет просто. Как захочешь выживать. Нормально, он уже делает успехи. Шапку как нашел шикарную просто. Парень без еды и крова. Блин, да, кушать денег хочется. Денег не было в кармане. Пошел вон пройдоха. Че, он просто встал напротив? Че сказать ничего не успел. Просто чел хотел купить шаурму, ему сказал, пошел вон отсюда. Нормально показывается. Ах ты наглая спана, нафига пришел сюда. Да, добрый город вообще. Город добряков просто. Потеряйся-ка отсюда, не то вообще прибьем. Парень спрятался в коробке, там всю ночь он и провел. Что поделать, бывает. Самый глупый парень стал питаться на помойке. Ой-ой-ой, какая радость. 34-12-56. Звоните, ребят, кому работа нужна, да? Поработать. Поручил посуду мыть, парень включил воду. Он усы сбрил, что ли, посредине? Что усы были? Мама, руки ты дебил, всю посуду. Сантехника вызывают, а краны дурацкие, мужик. Мне весь бизнес обломал. Кто тебе виноват? Будешь улицу мести. Вау. А потом проваливай. Так, ну классно, метет. Тупо на одном месте. Туда-сюда, туда-сюда. Вот это метун просто. Босса, вот так вот все. Отдыхаю, Сань. Мелодия вообще просто кайф. Тут вот реально мелодия редкостный кайф. Балдеж. Нифига у них сзади там золото лежит. Руки золото. Вверх, чушпаны. Серый бакси мне гони. Давай быстро доставай. Только нас не убивай. Все лежать, мордой в пол. Все сработает, Амон. Будешь знать, как воровать. Ух, нормально, с разворота. Хорош. Все, оказался, заезжаем в тюрьму. За стальной решеткой. Стал шнырем авторитета. Ноги чистил щеткой. Долгое унижение. Татуировок дофига, конечно. Возьми за точку, отомсти, закончи беспредел. Дедуля помог, нормально, да? Раз за точкой в печень. Авторитет не вечен. Два за точкой под ребро. Пацан, ты чего? Я теперь авторитет. Я решаю, а вы нет. Все теперь мои шестерки. Эй, художник, бей на коки. Бедный художник. Парень на тюрьме стал авторитетом. Художник годовую норму перевыполнил. Блатовал вместе с другом дедом. Дуглас. Но по воле такой Дуглас. Он и решился на побег. Стальные прутья написано отпилил. На пузе Дуглас. Я свободный человек. Стоять! Я свободный человек, сказал он внутри тюремного забора. Не меня. Ай, как больно, мамочка. Ты для общества изгой. Отправляйся в мир иной. Я вспомнил опять этот прикол из Пупа. Пожили и хватит. И заряд только получили. Вот в этом моменте, конечно. Глупый это было смешно, да. Увидел свет в конце о, тоннеля. Давай, давай. Час для страшного суда. Помогите, где я? Ну и биография, сплошь одни грехи. Но он защищался там в тюрьме. В ад паршивец изиди. Как он туда попал, мы не будем, конечно, уточнять. Новый грехи его. Принимай, котел жарче нагревай. Тут какая-то ошибка, отпустите меня в рай. Пошли адские приключения. Будешь знать, как решить, поздно помощи просить. Это пипец, вот так, если подумать, у него глупый самая мощная сюжетная арка. Натерпелся. Всю историю развлечений в интернете его, просто. Посыпали перца. Не то, что там Ютуба. Через читай. Все прошел просто. Ее мужа. О, отлично, ну, давай. Конечно, да. Давай. Совет да любовь. Да любовь, да куча детишек, да. Нелегко, готовить и стирать ее. Добро пожаловать в брак, родненький. На голове кормить, надо грешников варить. И зачем я согласился на чертихе поженился? Ну ты типичный дурак. Ой, их много, как бы. Че тебе сказать? Вдруг увидел па-па-па-па-па-па-па. Неужели это шанс выбраться отсюда? Стой, паршивец, ты куда? Там, смотри, сзади какие чертята злые бегут. Папочка сбегает, вообще обалдел. Сила Лэ. Черти терпеливые они такие. Но мы не можем вылезти, да? Молодец, знаков, молодец, да, вот.
Действительно молодец. Слушайте, это, по-моему, новый кадр. Мне кажется, его не было, когда он чупа-чупс в рот засовывает. По-моему, это новый кадр. Поправьте меня, если я не прав. О, самая топовая, давай. Давай, давай, давай. Это я ждал. Пожарные, ну нафиг этих пожарных, да? Я сейчас спасу кота, все остальные сгорят, пофиг на пожарных. Я вам уже не подумай. Три желания исполнить, все, что хочешь, загорай. Какой милаш. Глупый парень думал. Служи мне, блин, за кота. Поразмысли хорошенько, я готов хоть вечно. Хорошенько поразмысли. Я желаю новенький прикид. Ну да, уж ладно, получай. Реально глупый парень. Вот реально глупый парень. Кринжатина. Точно, вот же я дурак, спустил желание просто так. Да, котик, я прошу точно тебя, чтоб еды была гора. Будут все в ее просил бы уже, чтоб прыщи твои поганые убрали. Молодец, не оплошал людей, проблему порешал. Последнее. Парень только открыл рот, чтоб закатать желание. В него въехал черный джип бандит формирования. Разорились магазины от твоих раздач еды. Мы остались без доходов, ты за это получи. Я не хочу. Вот так вот, ребята, слово пацана и глупый парень смешались. Парень отхватил по полной, его били до ночи. Бандюки кота забрали, ввысь поднялся вертолет. Остров тут необитаемый, пусть нас голоду помрет. Чего они коту загадают вообще? Чего они пожелают? Глупый парень при падении чудом не разбился. Быстро понял, что в опасном месте очутился. А вы знали, что у Кощея слово пацана был отдельный остров, куда он сбрасывал конкурентов? Добро пожаловать. Кое-как сбежал от тигра, покусал ползучий гад. Вдруг напали обезьяны и загнали водопад. Обезьяны. Я не умею плавать. Обезьяны шикарные. Парня понесла река за крутые берега. Так. Нахлебался он воды. Господи, мне помоги. Успевает там что-то петь. Дочка местного вождя палкой ловко подцепила. Парню жизнь она спасла. Кто ты? Дочка местного вождя, тебе же говорят. В хижине уютно. Залечила твои раны нашей мази чудной. Ты чего творишь, всё, малая? Уже румянец пошел. Я хочу остаться с ней. Докажи, что не слабак. Я сделаю это. Классные иероглифы сзади на стене. Победил бойцов вождя. Ох ты, поле 100 гектар. Отразил атаку льва. Кошмар. С помощью бревна и палки. Сколько работы. Руки. Он разжег костер индейский и пожарил шашлыки. Я бы сказал, я, наверное, пойду от вас, ребята, чем все это делать. Береги. Ты же грамоте обучен. Там сралась ваша дочка. Там поле пахать надо какое-то. Я не знаю, шашлыки им жарить. Еще что, и что им еще сделать. Новую деревню построить? Нифига себе. Глупый так парень в племени. Вот это начинается новый для меня материал. Совершенно. Стал авторитетом, жил с красавицей женой, учил детей предметам. Так, сколько 2 плюс 2? Будет 2 плюс 2? Ну, конечно, будет 5. К острову приплыл корабль, будут нас атаковать. Будем мы тебе по жопе этим вот копьем давать. Научишь на свою голову сейчас туземцев все неправильно. Все. Лучшего учителя нашли просто. Атаковые пришли с миром. О, с миром, да ладно, ну наша давай. Наша миссия проста, изучаем острова. Ага. Грамоте учитель. Все неверно. Чепуха! Обозлились все на парня. Все, детишки тоже тебе злые. Парень на утек пустился и сбежал на корабле. Пожалуйста. Приближается шторм. Оказался глупый. Нифига, парень еще в центре урагана. Прокинулся корабль, скрылся в водах океана. Конек, классная жизнь. Парня случилось. Устремился здоровенный синяки. От такой огромной пасти ничего не защитит. Ой-ой-ой. Да хватит уже! Все во имя хайпа, глупый парень, прости, но предстоит тебе некоторые еще веселья. Нам нужно видос на 8 минут растянуть, как бы, поэтому... Внутри желудка он повстречал школьного директора. О. Меня с дочкой тоже съели вместе с частью корабля. С помощью досок и палок. Какого корабля? Разжечь костер. Зря тебя из школы выгнал, ну ты, парень, не хитер. Нифига себе. Ну ты хитер, ты додумался костер разжечь. Кита дыма подавился, пленников освободил. Местных рыбаков корабль их на землю возвратил. Чисто в корабль, Кита. Директор косяки ему простил. И с хорошей отметкой парень батю навестил. Вот это я да. Так. Батя был очень доволен. Тебя выгнал сгоряча. Теперь все будет по новой. Все закончилось. Он выгнал его из дома. И такой, а ну ладно, сорян, быканул, вот тебе конфетка. Это лучший батя просто. Самый лучший батя на земле, ребят.
Вот это я понимаю. Мелодия пошла под конец, да. Хорош, все. Хотите продолжение? Да, хотим. Еще можно целый второй сезон сделать, когда он опять получает двойку, его снова выгоняют, но уже он там по, не знаю, по Антарктиде будет шариться, эскимосов учить там. Две рыбки плюс две рыбки равно 120 рыбок или что-нибудь в этом роде. Будет офигенно. Но это все потом, а пока кликайте сюда. Вот вам еще другой видосик, тоже на крутого папу реакция. Если тут понравилось и тут зайдет. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.